Насыщение музыкой. В Сургуте стартовал музыкальный фестиваль «Воздух». Его второй год подряд проводит культурный центр «Порт» на улице прямо около своего здания. В концертах под открытым небом участвуют уличные музыканты города, то есть непрофессиональные исполнители. Людям как бы хочется какого-то культурного досуга. И специально для них мы вот придумали этот фестиваль, что каждую неделю можно приходить слушать музыку на улице. Ну и плюс это повышает уровень вообще культуры уличной музыки в городе. Потому что в больших городах это развитое направление, где можно зачастую встретить в центре города полноценные музыкальные коллективы, которые выступают. У нас это как-то более скромно, но я надеюсь, что благодаря данному фестивалю какое-то развитие получит данное направление. Всего в рамках «Воздуха» состоится 8 концертов. Благо, погода в этом году позволяет проводить опен-эйры. По словам организаторов, зрители фестиваля – люди абсолютно разных возрастов. Я пришла отдохнуть и повеселиться. Пришел, чтобы разнообразить этот летний вечер. Просто узнали, что в нашем Сургуте происходит что-то такое необычное, как бы не как всегда, не каждый день такое увидишь. Вот, поэтому решили посмотреть, что здесь происходит. Поддержать молодых исполнителей. Очень интересно, классное мероприятие, вход свободный. Показываем можно с ребенка мир. На улице спокойно приехать, припарковаться, очень удобное место.